Ивлеву второй раз за два дня остановили сотрудники ДПС. Это произошло после вручения премии Муз-ТВ. На самой церемонии блогерша также оказалась в центре внимания, когда рухнула на красной дорожке. И вот что произошло. Известную российскую блогершу и телеведущую Настю Ивлеву в очередной раз остановили сотрудники ДПС. Это произошло в Москве, когда девушка ехала со своим супругом, рэпером Элджеем, после церемонии вручения премии Муз-ТВ. И вот она сама рассказала на своей странице. Я дам ссылку. И она говорит: ну что, друзья, праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается. Сейчас, уважаемые сотрудники ДПС, второй раз за два дня повезут меня писать в баночку. Супер, дорогие друзья, больше нечего делать в этой стране. Я как раз хочу писать. Я же самый опасный преступник, сказала блогерша. Вот, и потом почитаете, что ее попросили дуть в трубочку алкотестера, на что она согласилась. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал и будете узнавать самые интересные происшествия, которые происходят в нашей стране.